Смотрите праздничный эфир программы «О животных хочу домой» в пятницу 23 февраля в 19:30 на телеканале «Самарагиз» ко дню защитника Отечества. Вы увидите видеовизитки двум собакам и одной кошке, нужны свои владельцы, ответственные и порядочные. Мы расскажем об особенности содержания необыкновенного домашнего животного – ослика, как живется ему почти в центре Самары. И гость в студии – заместитель начальника службы, начальник отдела кинологической подготовки службы организации кинологической деятельности Алексей Веремей. Тема «Для чего нужны собаки в самарской таможне?». Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самаргиз» в пятницу в 19:30 23 февраля.